Этого события жители поселка Володарского и окрестных деревень ждали с нетерпением. Раньше им приходилось обращаться в действующий участковый пункт полиции в Развилке. Но теперь помощь можно получить буквально рядом с домом. Хочу сказать большое спасибо за такое важное событие, которое сегодня произошло. Это открытие опорного пункта. Это очень важный момент, потому что вопросы всегда возникают, да, периодически у нас, у жителей. И мы надеемся, что у нас теперь будет порядок и будет намного лучше, чище. Спасибо большое. Торжественное открытие нового участкового пункта полиции по адресу Центральная, 22, приняли участие глава муниципалитета Алексей Спасский, депутаты и руководители правоохранительных структур Ленинского городского округа и Подмосковья. Участковый – это от слова «участие». Вот хотелось, чтобы это участие было для каждого жителя данного поселка. И я думаю, что те участковые, которые примут такое прекрасное помещение в свои руки, будут не безразличны, и население, помимо тех дней и часов, когда у нас осуществляется прием населения, будут всегда доступны для них. Открывшийся пункт охраны правопорядка будет обслуживать более 10 тысяч жителей. Сам поселок Володарского, деревни Григорчиково, Малая и Большая Володарка, Большое Саврасово и ближайшие СНТ. Вести прием здесь будут два участковых уполномоченных. Один из них – старший лейтенант полиции Владимир Иванов. Хорошо знаком с территорией и жителями. Территория здесь достаточно спокойная из-за того, что здесь устоявшийся коллектив жителей. Грубо говоря, все друг друга знают. Все, как бы, чаще ссоры решаются без участия полиции, многие ссоры, но, тем не менее, иногда происходят случаи бытовых конфликтов на бытовой почве. Участковые уполномоченные теперь будут нести службу, начиная свой рабочий день с опорного пункта и заканчивать его здесь. Не только в приемные часы, как определено приказом, да, прием ведется, а в любое время, да, соответственно, гражданин, который хочет прийти, написать заявление или спросить, или посоветоваться. Помимо участковых, с периодичностью раз в 3 дня здесь будет вести прием инспектор по делам несовершеннолетних. В связи с тем, что Ленинский городской округ постоянно растет и развивается, с инициативы открытия новых пунктов охраны общественного правопорядка выступают сами жители. И власти идут навстречу. Уже открыты участковые пункты в микрорайоне Зеленой аллеи и на улице Завидной. Мы эту работу однозначно будем продолжать. Сегодня руководитель всех участковых по Московской области присутствовал здесь. Вот она поставила задачу нашему МВД о том, что здесь два участковых должны находиться и обслуживать эту территорию. Ну, можно только приветствовать это. И повторюсь, мы с своей стороны и в ремонте, и в выделении помещений, в оснащении их, там, оргтехникой какой-то, будем оказывать всестороннюю помощь. В этом году еще один участковый пункт откроется в жилом комплексе «Бутово парк». Также прорабатывается вопрос строительства новых зданий в районе Володарского шоссе и трассы М2 для размещения там отделов полиции. Галина Житкова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.